Спасибо за открытые небеса над этим местом. Спасибо за шапку облака над этой горой, Господь. Господь, Ты там, где ищут Тебя. Ты ищущим Тебя воздаешь. И мы хотим просто поклоняться Тебе, любить Тебя и двигаться за Тобой туда, куда Ты хочешь, Господь. Давайте будем Ему поклоняться. Истинный свет, просветивший всю тьму, открой мне глаза навсегда. Твоя красота восхищает меня, ты жизнь и надежда моя. Здесь я, чтобы славить, чтобы поклоняться и сказать Тебе, что Ты мой Бог. Ты всегда прекрасен, Ты всегда достоин, Ты всегда такой же, Ты любовь. Истинный свет, просветивший всю тьму, открой мне глаза навсегда. Твоя красота восхищает меня, ты жизнь и надежда моя. Здесь я, чтобы славить, чтобы поклоняться и сказать Тебе, что Ты мой Бог. Ты всегда прекрасен, Ты всегда достоин, вознесен выше всех, в славе живет мир Отца. Кротко сошел Ты на землю с небес, ради любви обнищал. Здесь я, чтобы славить, чтобы поклоняться и сказать Тебе, что Ты
Отец Иисус и Дух, Он Бог, но
Пребудра
Еще раз споем эти слова благословения, также под басбочку. Благословение и слова, премудрость, благодарение, честь, вся сила, вся крепость Богу моему. Благословение и слова, сидящему на престоле и Агнцу Божьему благословение и слава, благословение и слава Богу моему, Богу моему. Ты сидишь на престоле и всех светильников золотых вокруг тебя, и 24 старца поклоняются тебе, и херувимы, херувимы взывают, херувимы взывают. Мы стоим на стеклянном поре пред престолом твоим, Отец, пред тобою, Агнец Божий, что был мертв, но жив вовек, что был мертв, но жив вовек. Ключи ада и смерти ты сошел в самую тьму. Ты был мертв, но смерть не смогла удержать тебя. Ты воскрес, ты воскрес. И ты жив вовек, и я буду жить. 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 Ты воскрес, воскрес, воскрес! Слава тебе, слава тебе! Благословение и слова, премудрость, благодарение и честь, и сила, и крепость Богу моему. Благословение и слава, премудрость и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу моему. Проповедую о славе твоей, о делах твоих. Пусть сами небеса приходят, сами небеса приходят, сами говорят, слава твоя, пусть течет на землю, слава твоя, от престола через наше сердце. Написано, что это судья живых и мертвых стоит. Не написано, что Агнец закланный стоит посреди семи светильников.
И написано, что левый из колена Иудина посреди семи светильников. Но в самом начале откровения говорится, что это Сын Человеческий. Это Сын Человеческий. И ты Сын Человеческий. И ты Сын Человеческий. Это место для тебя. Это место для меня. Семь светильников золотых. Это место для тебя. Это место для меня. Это место для тебя. Посреди семи светильников. Перед Христом. Дай представить это, дай входить в реальность эту. Это для нас наследие твое. Ты благоволил дать царство, ты благоволил дать царство. Это сейчас приходит, это сейчас приходит. Небеса, небеса внутри тебя. Небеса, небеса, Царство Божие внутри тебя, Царство Божие внутри меня. Входите, дети, входите, дети, входите, дети, в полноту мою. Входите в то, чем раньше не были, чего не видели. Входите, входите, входите. Ведь это место для тебя. Это место для меня. Место для меня. Это место для тебя. Это место для меня. Дочь человеческая, Сын человеческий. Во Христе, во Христе. Дерзай, малое стадо, не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство. Отец благоволил дать царство. И когда-то я думал, что Отец когда-нибудь даст царство, когда-нибудь в паке бытии, когда-нибудь потом. Но когда небеса приходят, когда реальность Его приходит, Царствие растет внутри тебя. И эти слова звучат совсем по-другому. Что Отец уже дал царство. Отец уже дал царство. Отец уже благоволил. Отец уже благоволил, и Он дал царство. Благословение и слава. Премудрость, благодарение, и честь, и сила, крепость Богу моему, благословение и слава. Премудрость, благодарение, и честь, и сила, и честь. Сила, честь и сила, честь.
Сегодня эти последующие дни, как свиток, как книгу. Иисус, Ты один достоин взять этот свиток и развернуть его. Господи, мы просим Тебя, дай нам сердца научаемые, Господь, и излей духа премудрости и откровения к познанию Тебя, чтобы нам войти во все то, что Ты имеешь для нас в этой неделе, Боже. Дай, Господь, нам способность сидеть у Твоих ног и научаться, и войти, Боже, в то откровение, которое Ты имеешь излить, Боже, на эту землю, в наши сердца. Во имя Иисуса. Аминь. Мы приглашаем наших преподавателей, пожалуйста. Мы находимся на школе приготовления.